الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سبيشنا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. сказал нам и приказывает и повелевает и побуждает. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Спешите, заслужить прощение. служите, спешите, заслужить прощение от вашего господа.

Всевышний говорит, фил арзи, мир ризки". Фил арзи, мир ризки". ходите по земле и кушайте, питайтесь из риска из удела, который Всевышний Аллах ва дал. То есть спокойно ходите по этой земле, не спешите, спокойно ходите и кушайте из этой еды, из этого риска Когда Всевышний Аллах ва говорит и побуждает поминать Аллаха сказал, Фасяу ила стремительно направляйтесь, дабы поминать Всевышнего Аллаха Субхану То есть стремитесь. Здесь скорость, уважаемые братья, отличается. Ходите по земле, кушайте из еды. И также касательно этой жизни, касательно мирской обители, спокойно ходите. Что касательно поминания Аллаха Субхану Ва Тааля, Всевышний сказал, Стремительно направляйтесь в сторону с чего? Поминания Всевышнего Аллаха. То есть стремитесь. Скорость отличается. Поэтому, если человек больше стремится к этой дуне и меньше стремится к поминанию Всевышнего Аллаха Субхану значит, то есть у человека скорость выработана неправильно, не в том направлении он спешит. Но когда Всевышний Аллах Субхану сказал, спешите к прощению Аллаха, он что, он не сказал, ходите, стремитесь, а что, сари'у, спешите, спешите, сабику, сари'у, бадиру, то есть спешите к прощению Аллаха Субхану Тааля. Поэтому некий такой, чтобы тест сделать внутри каждого из нас, и каждый знает ответ от своего сердца, куда мы больше спешим в этой жизни, к чему мы больше спешим, к прощению Аллаха, к довольствию Всевышнего Аллаха Субхану или к мирской обители. Если человеку сейчас перед ним, например, время молитвы, и перед ним Договор на миллион долларов, куда он побежит? Молиться, поминать Аллаха, выполнять приказ Аллаха или подписать этот договор? Пускай каждый сам себе задаст этот вопрос и найдет у себя в сердце ответ на это. Поэтому Аллах, когда говорит, спешите к прощению от вашего Господа. Спешите к прощению от вашего Господа. В арабском языке мусара, когда спешить, имеется в виду, что это та вещь, к чему можно не успеть. Например, человек спешит на поезд, спешит на самолет. Почему? Потому что может не успеть сесть на этот поезд, может не успеть сесть на этот самолет. И также здесь Всевышний Аллах Субхану нам нас побуждает и дает нам понять, что, что, вы можете не успеть попросить у Аллаха Субхану прощения. И не успеть войти в райскую обитель, которая по величине собо, своей подобно небесам и земле. Спешить к прощению Аллаху, имейте в виду просить у Аллаха прощения. Аллах, Постоянно просить у Аллаха, субхану прощения. И также спешить к тем делам, которые нас направляют к прощению, к благим делам, которые способствуют тому, чтобы Аллах простил нас. И Всевышний Аллах субхану сказал, поистине благие дела стирают плохие дела. Спешить к довольству Аллаху, субхану спешить к Творцу, Создателю, к тому, что уготовлено у Него, у Всевышнего Субханаху Поэтому также одно из действий, дабы человек спешил к Аллаху и к Его прощению. И представляете, нас же сам Аллах побуждает. Аллах от нас этого требует, при этом Аллах в этом не нуждается, чтобы мы просили у Него прощения. Но однако Аллах Субханаху любит тех, кто у Него просит прощения. Аллах Субханаху говорит – Аллах любит прощать вас. Аллах любит вас простить. Хочет вас простить. Спешите же простить у Аллаха прощения. Поэтому одно из действий, дабы стремиться всегда к Аллаху, который мы такой совет взяли от шейхов, и от папы Аллаху. Всегда мне говорил сынок, старайся перед тем, как ты ложишься спать, чтобы последнее твое действие было ахиду ма Аллах. Чтобы последнее твое дело было встреча с Аллахом. И также ученые побуждают, чтобы последнее дело в этой жизни было ахиду ма Аллах. И когда мы ложимся из вас спать, это маленькая смерть. И у Аллаха во время сна у кого-то забирает душу навсегда. Переходит в другое измерение. Кому-то возвращает, и он просыпается. Поэтому, когда человек просыпается, говорит, Алхамду лилла нушур, который воскресил нас, оживил нас после того, как умертвил нас, и к Нему наше возвращение. И папа говорил, Сухал, всегда пускай последние твое будет или два раката намаза перед сном, или чтение Курана, или викр, или поминание, хотя бы самое маленькое, то что приучить себя и своих детей и близких перед сном, чтобы последнее слово было ля илляха илляллах. Как красиво заснуть на с Аллахом Субхану Знать, что ты под покровительством Всевышнего Аллаха Субхану и после этого проснуться, взять омовение, читать утреннюю молитву от Аллаха, вернуться к Аллаху Субхану И также мы от Аллаха вернемся к Аллаху Субхану Поэтому манкана ахру ла У кого последние слова были ла он зайдет в рай. Даже человек, если не проснется, то на этом он умрет. У То, кто на чем умрет, на этом и воскреснет. Но если человек засыпает, на греховном, на зина, на прелюбодействии, в алкогольном опьянении, то это человек к гибели ближе. Если Аллах Талай заберет его в таком виде, он желает ли для себя этого? Аллах Субхан может забрать жизнь тогда, когда он пожелает. И когда мне это, приучили от шейхов, слышали от своего отца, и отец тоже на этом всегда был. И Аллах забрал его тоже. Последнее его дело было, это молитва в мечети своей, когда он проводил Магриб. Он упал на... Садака ма Аллаху, садака Аллах, лучше знает, иншаллах, проявил искренность с Аллахом, и Аллах проявил по отношению к нему свою искренность. Ва садака ма кто будет искренен с Аллахом, Аллах, субхану Тааля будет с ним искренен. Аллах проявит по отношению к нему. И спешите к краю, который по величине, по ширине своей, подобно небесам и земле. Когда ученым сказали, если его ширина, если ширина его, подобна небесам и земле, тогда высота еще больше. Приготовлено этот рай для кого? Для богобоязненных. Здесь Всевышний Аллах в общем сказал для богобоязненных. Дальше Аллах описывает, кто такие богобоязненные. Это те, которые расходуют на пути Аллаха в радости и в горе. То есть, когда хорошо, когда деньги есть, когда возможности есть, Он не забывает делиться этим имуществом с теми, кто нуждается с бедными, с, 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 факирами, с нуждающимся, помогает на пути Всевышнего Аллаха Субхану Ватталя. И во время горя, когда у человека нет возможности, или тяжелее стало, или когда сейчас кризис, пандемия, то есть он в это время тоже, тоже старается что-то выделять на пути Всевышнего Аллаха Субхану Поэтому каждый человек никогда только хорошо должен на пути Аллаха Субхану расходовать. Или никогда тяжело, когда горе какое-то, тогда только давать. И во время радостных событий, и во время горя тоже. Поэтому одно из джазаху то, что мы в последнее время видели сейчас, когда пандемия, у одного нашего брата, аль ему дал много риска, но во время пандемии случился некий кризис, но однако он, альхамдулиля, вот то, что сейчас мы слышим, вот это вот колонки, голос и так далее, здесь акустика, он взял полностью все на себя и не маленькая сумма. И во время пандемии, то, что у него тяжелые там сейчас не самые лучшие времена во время своего бизнеса, он и в это время тоже, альхамдулиля, закончил эту работу, и пускай Аллах приумножит ему, иншаллах, и даст оттуда, откуда он не ждал. Поэтому каждый из нас, когда у него тяжело, он тоже должен стараться во время горя. Почему? Потому что он спешит куда? Спешит к довольству Аллаха, спешит в рай, спешит к прощению Аллаха субхану а И а садака, тут угадаву раб, садака, милостина, она э, тушит гнев Аллаха Субхануа Та'аля. аль это те люди, которые сдерживают свой гнев. Аллах субхану а то есть когда у человека есть гнев, внутри он переполнен, но он его не выбрасывает наружу, а сдерживает в себе, когда гневится. Аллах Субхануа говорит касательно неверующих, когда у них рождали дочери, они не любили, то есть, когда это для них было позор, они закапали у своих дочерей, только сыновьями гордились. Аллах Субхану а. говорит, Ва и да ахаду бил унса, وجху, кавим. То есть, что Всевышний Аллах Субхану а. говорит, когда кто-то из них был обрадован дочерью, то его на лице появлялась чернота, то есть, вот это вот, Недовольствие, но однако он скрывал его в себе, не показывал наружу. Также Аллах Субханаху касательно Юнуса, алейсалям, говорит, «Валя хути Не будь подобно тому, когда Юнус, алейхиссалям, ушел, когда его народ не принял. Внутри него было переживание, гнев, но однако он макзум, то есть скрывал свой гнев. Также касательно Якуба, алейхиссалям, «Фатавалла анхум وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كدا يوسف عليه السلام он расстался разлучился со своим сыном Иосифом он отвернулся от своих сыновей и его глаза были переполнены слезами من الحزن из-за скорби из-за этого из-за того что он скучал из-за то что он сильно скучал по своему сыну وهو كظيم но однако он скрывал это то есть поэтому الله سبحانه وتعالى говорит والكظيمين الغيظ то есть Вот эти люди, которые спешат к удовольствию Аллаха, которые спешат в рай, которые спешат э, к прощению Аллаха субхану ва Аллах их описал мутахин богобоязинами это те, кто расходует на путь Аллаха во время радости, во время горя, улямин аль которые сдерживают свой гнев, уль афина нас, и который прощает людей. афина нас. О том, о чем мы говорили на вайде. То есть, поэтому именно в первую очередь, уляма ученые говорят, от кого, кого нужно прощать? Тех, с которым ты можешь расправиться, которым ты можешь ответить, то есть это может быть у тебя кто-то наемный, рабочий, или в доме кто-то работает, там помощник по дому, ты можешь, он часто ошибается, ты можешь ему ответить, но так прощаешь. <соединяя> И Аллах любит тех людей, которые делают добро. По отношению к Аллаху, это когда ты поклоняешься Аллаху так, будто он тебя видит, но, э, будто ты его видишь, но ты не видишь Аллаха при этом знаешь, что он тебя видит. То есть, когда ты поклоняешься Аллаха, Аллаху, Аллаху при этом понимаешь, что Аллах тебя постоянно видит. А проявление ихсяна, вот этого добра по отношению к людям, это э, давать благое по отношению к людям и отдалять, отдалять от людей все, что причиняет им вред. Вот это хорошее отношение по отношению к людям. После этого Аллах, Субхану ва эти качества между рабами, между рабами, то есть дает он рабам Аллаху, Субхану ва да, и своего имущества, прощает он рабов Аллаху, Субхану ва сдерживает свой гнев по отношению к рабам, а теперь следующее между рабом и Аллахом, Субхану ва это те люди, когда сделали какой-то непристойный поступок, фахиша, ау анфусахум, или притеснили самих же себя. Некоторые из муфассиров говорят, фахиша – это зина, прелюбодействие. Так как Аллах, а. Та говорит, зина, кана фахиша». Не приближайтесь к прелюбодействию, поистине зина – это фахиша, это непристойное действие. Ау анфусахум, или притеснили самих же себя, это те действия, которые человека приближают к прелюбодействию. Если они совершили это, что делают? Закаруллах. Тут же вспомнили об Аллахе. Не вспомнили, не подумали, увидел ли меня кто-то или нет из друзей. Может быть, обо мне не так подумали. А что скажут эти люди? Нет, закаруллах, выше этого. То есть я кого слушался? Аллаха, субханава даже если люди не видели, я кого слушался? Аллаха, Субхану Ва а алла, Закар Аллах, Закар Аллах. Вспомнили об Аллахе. Вспомнили то, что Аллах, Субхану Ва может его тут же наказать. Вспомнил об Аллахе, Субхану Ва Та'аля, аннаху кадирун алейх. То, что Аллах, Субхану Ва Та'аля, всемогущий, может его наказать здесь же прям. Вспомнили о наказании Аллаха, Субхану Ва Та'аля. О милости, о прощении, лотфу. То есть, какой он мягкий, Аллах, субхану а Вспомнили об Аллахе, об его сайфатах, об его, об его атрибутах. Если вспомнили об Аллахе, что после этого делали? Тут же просили прощения за свои грехи. Тут же начали просить у Аллаха Субхану прощения. Дальше Аллах Субхану говорит, кто может простить грехи? Кто может, кроме, кроме, кроме как Аллах? Кроме Аллаха никто не может простить грехи вот этот «Умайяхфирудзунуба илля Аллах», «Кто может простить, кроме как не Всевышний», нас обучает следующим вещам. Во-первых, мы должны понимать то, что прощающий только Аллах, Субхану и наказывающий тоже только Всевышний Аллах, Субхану И мы должны просить у Него прощения, не смотреть к Нему каких-то посредников, через кого-то просить напрямую, просить у Аллаха, Субхану потому что у Него ответ к твоей просьбе. Он прощает, только Аллах, Субхану прощает. Также, если человек согрешил, люди делятся на две категории. Один хвастается своими грехами. Вчера я такой-такой-то грех совершил и радуется этому. Аллах, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, муджахирун». Всем Аллах простит, кроме тех, которые на показ делают свои грехи. То есть хвастается своими грехами. Смотри, какой я грех сделал. Вчера такой-то грех сделал, а я этого обманул. А я такой-то напиток алкогольный выпил. То есть он гордится своим грехом, Аллах его не простит. И также человек, он сожалеет о грехе, но, однако, много советуется. Поэтому не нужно, уважаемый брат, если каждый из нас грешный, в Аллахе каждый из нас грешный, однако, если совершил грех, не нужно каждому советоваться. Я такой грех совершил. Посоветуйся, расскажи, если у тебя что-то болит, тем, кому ты доверяешь, фикат. Но если ты, почему? Потому что ты будешь много советоваться, говорить. Люди, субханаллах, бывают разные. Даже если ты станешь будущим имамом мечети Аль-Харам, и Аллах простил тебя, и сделал тебя из приближенных к Нему, человек, которому ты ему рассказал о грехе, он будет тебя напоминать, и он не забудет то, что ты ему рассказал, и будет тебя притеснять этим. Вот это разница между милостью Аллаха субхану али, и рабом. И также... Кто может просить, кроме как не Всевышний, Аллах Субхану это также обучает того человека, который порицает другого за какие-то грехи. Если ты видел на своем, у своего брата какие-то грехи, скроет, это. Если ты увидел, дай ему насыха, дай ему наставление. Но ни в коем случае. Не суди по нему, он в аду или в раю. То, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, в тех общинах, которые были до вас, были два брата. Один салих, один праведный, другой был грешником. И праведный всегда призывал его на благие дела. И он всегда отказывал делать благие дела. И в один момент, когда он его призывал, он сказал, «Да о Рабби, оставь меня со моим Господом». То есть ты уже надоел мне, оставь меня, что ты меня постоянно призываешь к благому. Да я сам разберусь. Тогда поспешил и сказал, Инна Аллаха ла лак, Аллах тебя не простит и не ведет тебя в рай. В судный день пророк Мухаммад, сказал, приведут этих двух братьев и Всевышний Аллах Субхану скажет тому праведному, это алейта алейя, это алейта алейя, ты за меня решил. За меня ты решил, кого я прощу, а кого накажу, кого веду в рай, кого веду в ад. Поэтому не, пускай этот язык не спешит хуком выводить кто в аду, кто в раю. Аллах выводит. Аллах, субханта аля, ему принадлежит. Да, если кто-то грешит, мы ему делаем насеха, самим себе делаем насеха, побуждаем его. Но однако, кто в раю, кто в аду, только Аллах, Субхану аля, знает. Тогда Аллах, субханта аля, скажет, все вот это дела, они мне не нужны были, твои благие дела, выкиньте его в ад. А этого человека, грешника, Аллах, Субхану а простит. Скажет, потому что ты сказал, оставь меня с моим Господом, значит, ты на меня надеялся, на мою милость. Абу хурейра рада Аллаху передачи этого хадиса, сказал, дунья вал ахира». Он сказал такое слово, через которое погубил свою эту об... мирскую обитель дунья и вечную. Он погубил свою вечную обитель, вечную и мирскую обитель. Поэтому Никто не прощает грехи, кроме как Аллах, И эти люди не упорствуются на греховном, эти люди не радуются своими грехами. То есть, когда человек делает даже маленький грех, но постоянно, 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 это маленький грех превращается в большой, или кабира", кабира, на большой грех превращается. Поэтому человек, если согрешил, просит у Аллаха Субхану для прощения. Если он, самое главное, когда ложится спать, пускай у него не яд, это Пускай в его сердце не будет не яд, намерение, как же завтра мне согрешить, такой грех сделать. Он что, он должен с чистым сердцем с неятым, чтобы не грешить. Но если в течение дня что-то случилось, и все мы ошибаемся, он согрешил, пускай попросит у Аллаха Субхантеля прощения. Но если человек постоянно на том и том же грехе, постоянно он его делает и его делает, Аллах Субхану простит один раз, Аллах Субхану скроет один, два, три. Но если постоянно, то Аллах Субхану его накажет за это. Как если он не попросит у Аллаха Субхану Аталя прощения. Когда Фираун сказал, «Ма алимту илляхин я не знаю для вас иного Господа помимо себя». Эти реки текут под моими ногами. мульку не мне принадлежит власть Египта. Аллах дал ему 40 лет отсрочки, чтобы он изменился, одумался, вернулся к Аллаху. Но через 40 лет он сказал, я ваш великий Господь. Всевышний Субхану Ватиаля сказал, «Ахадаху Аллаху накаля л-ахирати Аллах его наказал и за последнее слово, и за первое. За последнее «Я ваш великий Господь», и за первое «Я не знаю для вас иного Господа помимо себя». То есть поэтому человек, если грешит, он должен возвращаться к Аллаху, просить тауба. дзамби». Если кто просит у Аллаха وتعالى, тауба прощения, как будто он этот грех не сделал. И благие дела стирают плохие дела. И они знают, при этом они знают, что знают. Аллах в Коране говорит, би анна Аллаха Самый великий ая, уважаемые братья, который может нас побудить, остановиться от греховного и стать на прямой путь. «Алям я'лам би анна Аллаха яра». Постоянно себе напоминать. что он не знает то, что Аллах его видит? Ни что он не знает то, что Аллах его видит? أولئك لهم جز أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تيم опять же высокое положение эти люди достигли им прощения от Аллаха и вечный райский обитель под которым будут течь реки вечно они там продбудут ونعم أجر العاملين как прекрасно дела тех которые делают Опять же, Аллах прощает, Аллах милостив с милостью, но однако Аллах Субхану Тааля побуждает здесь, делайте, творите, как эти дела благие. И чтобы нам с вами, уважаемые братья, на этом быть и стараться возвращаться к Аллаху Субхану Тааля, мы должны делать от себя завищие, брать азбаби, брать причины и делать дуа. Перед сном, пускай каждый из нас или во время этого хаджуд намаза просит Аллаху мамля кальби махаббатан лак ва алейк ва хаяан минк. Аллаху махаббатан лак, о Аллах, заполни мое сердце любовью по отношению к Тебе, стремлению к Тебе и стеснением, стыдливостью к Тебе, дабы стыдиться и не грешить. Поэтому полностью полагаться на Всевышнего Аллаха, Субхану, у Него просить помощи об этом. Аль-Амру Ас, Радаллаху Ангу, великий сподвижник, столько он сделал для Ислама, но однако перед смертью, когда уже чувствовал смерть, сказал, اللهم لست بريئا فاعتذر ولا قويا فانتصر ولكن لا حول ولا قوه الا بك او الله يني بسغريشن поэтому прошу прощения я не силён поэтому прошу победы от тебя однако нету мощи никого اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنبه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء